С 1 ноября вступили в силу новые тарифы для водителей на платной скоростной трассе М-11. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера, который позволяет оплатить проезд без остановки. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей. С транспондером – 1331 рубль. В выходные ожидаемо проезд будет стоить дороже – 2020 рублей. При использовании транспондера – 1494 рубля. Также имеет значение время поездки. Ночной тариф действует в период с часа ночи до 5 часов 59 минут утра. Дневной с 6 утра и до 0 часов 59 минут. Временем совершения транзакции считается время выезда с платного участка.